Я должна им как-то помешать. Мы все знали, что Регала нападет. Но превратить машину в бомбу... Ее дерзость восхищает. Не особо. Когда из-за этого мне в лицо летят осколки. Да воссияет твой дом. Я сила твоя. Много обозленных тонат. Во имя Драка и Яра уже здесь. Останови это. Да, попробуй. Да направят тебя десятые. Ты здесь. Героиня Кульрута. Алой, ты пришла посмотреть на наш бой? Неужели без боя не обойтись? О да, никак. Если вы сойдетесь, все ваши люди начнут бой. И сколько погибнет? А сколько наших людей погибнет потом, пытаясь отомстить? Должно быть другое решение. Прислушайтесь же к ней! Вы оба ее должники. Яра, это правда необходимо? Он сломал прореху! И не говори, что веришь тому, что он не знал об этом. И все это было частью его плана по захвату власти. Ты не видишь? Именно этого он добивался. Неважно, сколько погибнет, пока он идет к цели. Стать предводителем. Нет. Я его остановлю. Сейчас. Драка, ты потерял много людей на охоте за сердцами машин для обмена на воду. Хочешь потерять еще? Из-за этих потерь я и затеял все это. Поэтому и послал людей на поиски источников. Клянусь тебе, я не причастен к тому, что случилось с прорехой. Укта пришел и рассказал о подземных ключах, которые ведут к источнику. Все! Я не велел ему иссушать прореху! Отступи, и мы сможем все это обсудить. Нет! Хватит разговоров и лжи! Яре нельзя верить! Это доказано! Это и есть ваш план по спасению клана? Устроить побоище за власть предводителя? Бросьте эти глупости, работайте вместе. Она права. Уберите свои копья и вернитесь домой. Чтобы она осталась за главную? Ни за что. Видите? Ему нужна только лишь власть. Это личная месть. И с этим пора кончать. В этом мы сходимся. Выбирай сторону, Элой. Сейчас все решится. Нужно как-то избежать большого кровопролития. Вот не умеют Тенакт по-хорошему, да?
Боюсь, что так. Если станешь предводителем, это не изменит того, что случилось с прорехой. Если ты хочешь помочь своим людям, не стоит жертвовать их жизнями ради смены власти в клане. Ты правда особенное пламя пустыни. Но не для того я все это делал, чтобы смириться с положением. Тогда сразись с нами. С двумя. Ты хочешь спасти жизни? Пусть твои люди отступят. Я видел тебя в бою. Эти солдаты со мной. Тогда мы будем за Элой и Яру. Уравняем. Ладно, старик, помирай. Новые правила! Сражаемся только мы! За право вести клан! Был рад знакомству, Элой. Тебе стоило отступить, пока еще был шанс, драка. Твое время на исходе! Все кончено, драка. Еще нет. Ты храбро шел по своему пути. Ты умрешь с честью. Неужели иначе было нельзя? Так заведено в пустыне. И что будет теперь? Будем делить воду, что дает прореха, и ждать ее заполнения. Я прослежу, чтобы острая длань получила свою долю. Да, проследи. Пустыня не забывает. И я не забуду, как ты помогла нам. Я дарю это тебе за заслуги перед кланом. Близнецы. Или врата побежденных, как говорят Танакт. Скоро я вернусь сюда, чтобы поймать Гефеста.
твои враги. Да воссияет твой клинок. Заходи, положу в подсумок.